Ёленька, угу, ты гулять пошла. Привет. Уже ушла. Чё сразу-то? Пойдем, я посижу с ними. Она только-только прибежала и сразу бегать. Гуся принесла. Ёль. Да. О, ты чё натворила? Ты все подушки разметала. Сова, а чего тебе подушечки помешали? Они все теплые. Иди погуляй. Ничего себе ты порядок навела. Еще же даже не май. Ой, ничего себе. Надо на камеру смотреть, что ты там творила. Ёленька. Это у тебя такая генеральная весенняя приборка, да? А обратно их будем нести? Ну что? Подкатывает под себя, да? Они опять укатились. Так ты шагни вперед. Дель. Да. А куда я тебе вот теперь буду класть цыплят, если у тебя ты подушки все унесла? Сова. Может, ты еду искала? Ну, я тебе принесу сейчас еду. Чего там? Да. Да. Нет, нет. Я хочу тебе юбочку потрогать. Да. Ладно, принесу тебе еды. Причем она же не только подушки все эти растащила, она еще свой бублик вот на подушку положила. Прям вообще хозяюшка. Сова, сова. Да. Ладно, я пойду за едой.
Спасибо.
Одну подушечку я положила, а то все цыплята запачкаются. Держи. Кушай. Нет, ты не хочешь? Кто там? Нет там никого. Ветер поднимается, может быть, дождь будет. Да, вот кушает. Вот, молодец. Ну все, давай. Молодец, вкусно? Да, отлично. Доедай остальное. Я пойду.